кстати, я сейчас улыбаюсь, потому что нашел одну вещь, которая на самом деле просто прекрасная вещь. С всякими бриллиантиками, всякими украшениями. И так хочется туда войти, знаете, посидеть. Это прообраз. Многие люди входят в клетку своих обстоятельств, ситуаций, своего выбора, сидят в ней и просто наслаждаются. Они, может быть, хотят выйти, но считают, что клетка – это самое удобное для них место. Их кормят, их поят, они развлекают людей. Но свобода на самом деле тогда приходит, когда ты выйдешь из клетки. Может быть, она золотая для кого-то, либо железная. Я не знаю, но свобода приходит только в Боге. Разорвав оковы, Бог освобождает нас. Нужно выйти из своего Египта, в том, где ты хочешь находиться, где прекрасно. Может быть, качеля такая, которая катает тебя вперед и назад. Ты развлекаешь людей, но нужно выйти из вашего Египта.